Да не, нормально, некоторые понимают. Я даже одну свою подружку подсадил. О. Как-то что-то как будто накапливается и пузырь потом наверх идет. Да. Я понял. Он как следует все это дело нагревается. Я прямо под цвет. А? Угадал с цветом штанов, говорю. Да, малиновые штаны два раза куб. Почему сидим близко, чтобы это было как один целый кусок массы? Я понимаю, чтобы не болталось. Да, чтобы не было никаких. Физика. Все. Я же инженер по образованию все-таки. Прям так соскальзываешь так, как будто. Рация, что ли? Рация, что ли? Понял. Это куда без нее? Полет. Вот тут коллеги по развлечению поднимаются. А на соревнованиях выступаете? Сейчас? На соревнованиях выступаете? Раньше, сейчас нет. Надо. Ну да. Да, вот я поэтому фотографировать профессионально не начал. У меня была идея такая, я понял, что я убью. Да, убью любовь. Из-за этого количества постоянной работы. Ну да. То есть понятно. А какие-то профессиональные болезни есть у парапланеристов? Пока не наблюдал, ну, если у некоторых людей. Да. Какие-то должны быть. Кому что нравится, чтобы это было. Чтобы не было стресса, чтобы все равно подсознательно накапливается. Тишина, она такая волшебная, так, на несколько секунд. А сальто тоже крутите или это не получится? Какие-то медицинские бумажки нужно показать. Я понял. Нет, просто я имею в виду о возможности вообще. Да, конечно. Не в том смысле, что я хочу. Луп, ну, луп, да, петля. Да, и... Киллер луп, мертвая петля. Да, там где-то 4G перегрузка идет. Где-то, плюс-минус. Ну, это уже серьезно. И, ну да, нужно какие-то бумажки, что, блин, вырубает тогда. Ну, 4G это реально. Это много. Даже двойка уже чувствуется весьма, да, да. Весьма прилично. Ну, то есть понятно, поэтому как бы такие вещи мало кто держит. Коровки?
Я уже как-то освоился. Уже я так чувствую себя почти привычно. И сейчас с замиранием сердца жду, когда же это начнется. Но на самом деле внутри живот такой напряженный. Чувствуется, что я здесь не свой. Вода. Ну, это понятно, где-то что-то. В плане полета. В любом случае идет напряг. Ну, конечно, да. То есть ты зависишь от подвесной. Так, ну вот, скоро начнется. Интересно, почему из-за веса скорость больше? Так как... Мы ждаем сильнее на крыло, больше веса. А, то есть... А крыло переводит вертикальные давления в горизонт. Я все, ну да, как соскальзываешь, да. Все, я понял. Логично. Вообще красота, горы. Они навсегда прописываются в душе где-то, когда ты один раз хотя бы тут побывал, и всегда хочется вернуться. Если не в эти же самые, то хотя бы какие-нибудь другие. Чувствую, что поднимаемся. А сверху так вот все складки гор интересно так выглядят. Такой как мятый бархат. Наверх и видишь, в общем-то, небольшой кусочек ткани, который держит тебя в воздухе. Ты думаешь, насколько человеческая мысль изощренно бывает в поисках чего-то нового. Сколько там? Метров 40-50 квадратных, да, наверное? 38. Значение. Какая примерно высота получается, наверное, метров 60-50, да?
гораздо это проще переживаю. Ну что, практически параллельно горизонту сейчас было. Отстрелялся, да? Да.